Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию талантливого красавца-актера и мистера Беларусь Кирилла Дыцевича. Брак с известной актрисой и скандальный развод. Кирилл Дыцевич родом из небольшого городка Береза, что находится в Брестской области, Беларусь. Его родители никак не связаны с творчеством, но именно они привили Кириллу любовь к искусству. Но Кирилл после школы выбрал специальность микроэлектроника. Лишь позже он стал студентом Брестской академии искусств. Кирилл очень привлекательный парень, уверенный в себе и в своем таланте. Поэтому, когда узнал о предстоящем конкурсе красоты, без раздумий подал заявку на участие в нем. В этом конкурсе Кирилл стал безоговорочным победителем и удостоился звания «Мистер Беларусь-2014». Именно эта победа стала трамплином для начинающего актера. После окончания академии актер переезжает в Москву и входит в состав труппы театра имени Пушкина, где получал немало главных ролей. Огромный успех Кириллу принес романтически драматическая лента «Ради любви я все смогу». Думаю, многие смотрели этот сериал и полюбили его. После этого он обрел популярность и в Белоруссии, и на Украине, и в России. В России его последними яркими работами являются сериалы «Каждому свое», фильм «Большая игра» и сериал «Ныряльщица за жемчугом». Многим интересно, кем же занято сердце красавца-актера. Известно, что Кирилл всегда был в центре женского внимания. Ему приписывали романы с известными актрисами и теледивами, такими как Кристина Козинская, Ольга Фадеева и певица Тина Кароль. Но ни с одной из них у него не было серьезных отношений. В возрасте 24 лет актер женился на известной актрисе Настасье Самбурской, которая была старше его на 6 лет. Свадьба состоялась в 2017 году, а уже меньше, чем через несколько месяцев пара развелась, да еще и со скандалом. Причиной этому стало несогласованное интервью мамы Кирилла с Настасьей Самбурской. Но самое непонятное, что в интервью мама ничего плохого не говорила об актрисе, а напротив, указывала лишь положительные качества своей невестки. Но Настасья не любит, когда без ее согласия дают какие-либо интервью. Поэтому она устроила громкий скандал, и Кирилл, не выдержав такой накал страстей, ушел от актрисы. Сейчас актер по-прежнему снимается в фильмах и сериалах. У него насчитывается в фильмографии уже более 30 работ в кино. А вот на личную жизнь, как он сам говорит, времени не хватает, но он уверен, что когда-нибудь встретит свою вторую половинку. Пишите свое мнение в комментариях, нравится ли вам актер Кирилл Дыцевич. Какие работы с его участием вас больше всего впечатлили? А мне, в свою очередь, хочется пожелать этому талантливому и замечательному актеру. Пусть его карьера продолжается, набирает обороты, побольше новых интересных проектов, главных ролей и, конечно же, обрести свое личное и семейное счастье. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, ангелов-хранителей. До новых встреч и всем пока-пока.